И к новостям региона. Продукция должна быть конкурентоспособной, заявил председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Атамекен Тимур Кулюбаев в ходе расширенного заседания Регионального совета предпринимателей Акмолинской области. В ходе совещания обсуждены проблемы бизнесменов региона и вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей. Результаты акции, сделанной в Казахстане, показали, что примерно 80% казахстанцев предпочитают покупать отечественную продукцию. Поэтому необходимо оказывать всевозможную поддержку местным товаропроизводителям. Особо отмечены перспективы аграрного сектора. У вас есть региональные приоритеты, ну, в первую очередь это АПК. Значит, здесь мы должны посмотреть проекты по сельхозпереработке, по пищевой промышленности. Нам надо посмотреть вопросы по кооперации. Почему? Потому что у нас рядом столица, и мы можем сельхозпродукцию напрямую поставлять на прилавки Астаны. Приоритет номер один – это карта индустриализации, на втором месте – государственные закупки. В целом по стране осуществляется 9 триллионов госзакупок, бюджета и недропользователей. Также отмечено, что наиболее востребованной в Акмолинской области госпрограммой является дорожная карта бизнеса 2020. С начала действия программы реализовано 339 проектов на общую сумму более 47 миллиардов тенге. Создано 4000 новых рабочих мест. Есть положительная динамика роста рабочих мест, увеличение налоговых поступлений субъектов МСБ. На сегодняшний день в палату поступило порядка 1000 обращений. Каждое второе решено положительно. В результате этой работы предпринимателям возвращено более 2 миллионов тенге. Для оперативности решения вопроса предпринимателям мы выезжаем, выездные заседания делаем по районам. Важным направлением в деятельности палаты является снижение административного давления на бизнесменов. В этой связи присутствующие озвучили волнующие их вопросы. Много моментов, которые решены вот, именно для поднятия и развития сельского хозяйства. Вот. Ну, сегодня вопрос поднимаем, именно, который нужно дать именно для начинающих бизнесменов, именно сельского АПК касаемые, именно дать им время по налогообременению, то есть именно дать период, чтобы не забрали налоги с них, чтобы они могли встать на ноги. Руководство Национальной палаты предпринимателей, в свою очередь, пообещало оказать содействие в решении существующих проблем на республиканском уровне. Дина Хасенова, Даниил Жумагулов, Аймак Акпарат.